Привет, с вами снова Жека. Вот, и хотел сказать, многие из моих друзей под видео в комментах не пишут, но в глаза мне говорят, что мое видео далеко не качественное и не профессиональное. Я согласен. Я сам далеко не профессионал, и перед камерой впервые в жизни просто так получилось, вот, что поехали мы в Таиланд отдыхать своими силами, не по туру, потому что посчитали, что будет намного дешевле. Вот, и когда прилетели туда, убедились, что это действительно так, и нам хватает тех денег, которые у нас есть. Вот, и решили снять такой видеоблог для тех, кто хочет поехать, но не располагает большими суммами денег, вот, а хочет все-таки попасть в Таиланд, увидеть эту красоту, эту рай этот на земле. Вот. Мы решили снять такой вот видеоблог. Правда, лоханулись, реально плотно лоханулись на том, что было только два фотоаппарата и два телефона. И снимали мы в вертикальном положении на телефон. Оказалось, при монтировании на компьютер дает вот такую вот полоску, которую вы видите во всех моих видео. Но что поделать, так уж вышло. Но я надеюсь, что информация, наведена в этих видео, определенно поможет вам подсчитать или знать, как себя вести и что делать по приезду на Пхукет своими силами без тура. И хотел вам показать карту, которую мы купили на Пхукете в сети магазинов Family Mart. Вот, так, еще такие карты можно найти на Патонге возле рынка, возле Банзан Маркета или ночного рынка Патонга. Пройдя за него, чуть-чуть вдоль по улице, там вы увидите много киосков с картами. И причем не только Пхукета, а там карты Краби, карты разных островов, карты Бангкока. Ну, все уголки, туристические зоны там, я уверен, можно найти. Вот. Чем хороша эта карта? Тем, что она как минимум на русском языке, раз, и она разработана специально для туриста. Вот смотрите, тут дайвинг везде есть нарисован, где можно заниматься дайвингом, кораллы смотреть. Вот. Есть аквариумы, где-то вот здесь он, этот аквариум, расположен. Тут вот юг Пхукета, тут сувениров очень много хороших. Тут где-то есть зоопарк. Вот водопады. Мы, правда, были только на одном, но неплохо. Вот это весь остров. Есть отдельно увеличенные зоны. Вот пляж Сурин, это лазурный пляж, который по 100 бат за человека, за день. Вот, это Патонг, увеличенный вариант. Это сердце Пхукета. Вообще, для молодежи советую именно там проводить время. И Ката Икарон. Здесь очень тоже красиво. Все для по-европейски. Все для европейца. И поспокойнее. Сюда можно лучше, конечно, семьями приезжать уже. Так, еще на этой карте есть такая вот немножко информации с другой стороны. Вот рестораны, бары, клубы, шопинг, там культура, т.д. и т.п. Ну, она не про весь остров, это такая общая информация. Вот. Но для тех, кто не знает Пхукета и чем там заняться, эта карта определенно поможет. Такая карта, как я уже говорил, мы купили в магазине Family Mart, стоит 150 бат. Вот на ней написана даже цена. 3,35 евро, 4,5 доллара. Ну и чем хорошо, конечно, купить такую карту, потому что, ну опять же таки, повторяюсь, нашли аквариум, забили в навигаторе адрес на аквариум, на мопед прыгнули, поехали на аквариум, посмотрели, нашли зоопарк на карте, забили в навигаторе зоопарк, прыгнули на мопед, поехали.
Таиланде, там, тем более на Пхукете, это вообще без проблем взять мопед за 200 бат в день и кататься вот так вот себе, где вообще душа желает. Ну и, дорогие друзья, если возможно в моих видео вы не найдете нужную вам информацию, подписывайтесь на канал, задавайте вопросы, вот, и я в своих вот видеоблогах вам обязательно отвечу на интересующие вас моменты. До скорой встречи, до скорого видео. С вами был Жека, пока.